Всем здравствуйте! Непростая история брюнетки началась чуть более 2 лет назад, когда муж-тиран из ревности нанес ей увечья, из-за которых она лишилась кисти. Спустя время Маргарита Грачева все же обрела личное счастье и вот скоро выходит замуж. Правда, пока 27-летняя мама 2 детей не представляет своего избранника широкой публике. Зато она назвала дату бракосочетания. Да, в сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка. «Надеюсь, вирус нам не помешает», — поделилась Грачева в личном блоге. Подписчики Маргариты поздравляют ее со столь радужными переменами на личном фронте. «Я держала кулачки, чтобы второй пункт был правдой». Начала читать этот пост с замиранием сердца. «Как же я рада за вас! Будьте счастливы! Ура! Очень рада за то, что вы наконец нашли свое счастье. Пусть у вас будет все так, как вы мечтаете. Поверьте, Маргарита, все это заслуженно. Риточка, ты выходишь замуж». «Поздравляю, молодец! Надеюсь, мы жениха увидим», — отметили многие. К слову, бывший супруг Грачевой сейчас отбывает срок в тюрьме, тирану дали 14 лет лишения свободы. Но он продолжает угрожать бывшей жене. «Если ты меня ждать не будешь, я приду и отрублю руки твоим родителям», — заявлял мужчина. Несмотря на это, Маргарита старается рассказывать сыновьям лишь хорошее об отце. Так возникновение увечья она объяснила им тем, что попала в ДТП. До преступления он был хорошим отцом. Дети его любили. Я не знаю, на что он рассчитывал. Когда его спросили, почему руки, он ответил, потому что не ноги. Часто говорил мне, что младшего я нагуляла. Откровенничала женщина, вспоминая первый брак, который чуть было не закончился еще более серьезной трагедией. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.